Всем привет! Сегодня получил свою первую посылку в 2015 году. Это солнцезащитные очки «Хамелеон». Шли с трек-номером на протяжении месяца. С учетом праздников, на мой взгляд, это нормально. Трек-номер отслеживался, но завис на одной таможне в Китае. Продавец очень общительный, сам писал мне, поздравлял с Новым годом, было очень приятно. Товар упакован крайне надежно. Если честно, я слегка переживал о том, в каком состоянии приедут очки. Но мои переживания были напрасны. Пырчатой упаковки очень много. Очки с таким же оттенком, как я и заказывал. Ассортимент цветов был широкий, но меня больше всего привлек хамелеон. Естественно, они пластиковые, но дужки и контур металлические, и качество сборки хорошее. Даже у нас на раскладках порой, когда меряешь очки, бывают поведенные и с дефектами, неровные, выгнутые. Этот же товар очень качественный. Стоимость подобных очков у нас летом 2014 года начиналась от 100 гривен, $6.25 по нынешнему курсу. И еще следовало поискать, чтобы найти хорошие. Стоимость этих очков $2. Я покупал по скидке за $1.20. На них нет никаких нанесений, маркировок и прочего. Это безусловно плюс. Товару я очень доволен. К лету есть новые очки стоимостью чуть больше доллара, что никак не выражается по их внешнему виду.